Я вас категорически приветствую на новом обзоре карт от STX. Сегодня мы поиграли, не сегодня, но у вас сегодня. Мы поиграли на множестве новых карт, в том числе и мини-играх. Сегодня видос именно по ним. Не удивляйтесь, если услышите двойной звук там у челика, походу в Дискорде, когда мы снимали, когда мы играли. Были включены колонки, и поэтому в некоторых моментах там будет двойной звук, как эхо. Поэтому... ничего страшного, я думаю. Приятного просмотра. Все, я запускаю триггер. Все, поехали, поехали. Нет, заходим. Стой! Дай зайди! Подожди, 20 секунд. Да тут 20 секунд еще у тебя есть. Да, я пока буду. Мало. Подожди, 20 секунд. Ну, зайти в середине. Бля, что в середине? А в чем прикол? Жди всех, сука. Жди всех. Жди всех. Жди всех. Всех жди. Должен дождаться всех. Давайте дерево сломаем. Да, Дестра, не ждешь, я охуел, блядь. Да. Дерево сломаем. Я считаю, бан ему. О, любимая, любимая игра. Вот вампиры. Кому еще бан-то? Вампиры? Так, а что тут делать-то надо, блядь? Кидаешь вампиры под себя и летишь вперед. Нихуя себе. Поебал по мне, бал. Что за резня, нахуй? Так можно, блин? Да. Пизда, нахуй. У меня 29%. Ладно, создатель этой хуйни прошел. Это сосиска, сука. А во что там, блядь? Так мы не резаемся после смерти. Включите, да? Нет. Пизда. Извини, бабок. Я считаю, что панч от патрон должен быть убран. Что? Я считаю, что кто-нибудь демку включил, потому что не проходит нихера. О, зашло. Расстреляли его. Я к вам иду, я к вам, я к вам. Ура! Let's fun гей. Кстати, кто первое место Let's fun отдает свой нож? О, давай. Это мой нож, блядь. Ебать, это еще что наш. Блядь, это пиздец. А, нихуя себе. Нет, у меня нахуй повисло, блядь. Блядь, а что так скользко-то, нахуй? Что так скользко? На нашей базе. Упали два. Все, мы выиграли. Пиздец. Я сам себе выиграл. Выиграла команда где-то. Музыкальная студия. Ему мама с того света помогает. Жестко. Так. Что за пиздец? Меня, подождите, бля. Ай, ай. Нет, Энджик. Бля, я сосиску не увидел вообще на суде. Мелкий сливается. Ребята, просто бегайте и нажимайте Е постоянно. Бля, ну ты уже. Если ты увидел сосиску, значит это не сосиска. Это малому глаз разбил со стула для тех, кто спамит. Ребят, смотри, сейчас скажу тебе. Сейчас сосиска будет. У него просто ВХ есть, ВХ есть, он знает, где стулья появляются. Выигрывает тот, у кого пинг меньше. Нихуя два стула рядом, смотри. Я говорил, что сейчас. Я говорил, что сосиска выиграет. Жёстко. Я предлагаю разделиться, каждый свою территорию занимает, кому повезет, тому повезет. Давайте вот так. Все. Так же сосиска на половине. Он сейчас это заспал. Ребята, он сейчас вот это заспал. Два. Я ставлю на сосиску. Я говорю, что ставь все это загрядок. Ваши ставки. Давай ты сольешь, потому что меня сосиска второй сделали. Кстати, слишком далеко от середины. Слева. Блядь, это вообще... Я сказал изначально... Они три раза спавнятся там.
игры же вокруг пошли, они так будут до бесконечности, если что, поэтому давайте последний раз. Блять, я выкинул. Вот это последнюю игру, короче, все. Что, сука? А это можно так было? Да. Блять. Блять, не долечу немножко. Как вы играете? Блять. Там, там. Ну, сука, суперболение. Вот отсюда, короче, придешь, пока. Да ты заебал, блядь. Какой-то сиска режет, блин. Казак разбойник, блядь. В стране конкурентов. Казаки разбойники, ёб. А куда я попрыгал? А ты охуел, блядь! Мужики, я на первой платформе до сих пор, причем. Я пока пытался половину района зарезать. Прыгать. Слушай. А это надпись показывает суши. Как в это играть, блядь? Дошли до одного чекпоинта плюс 5 очков, спасибо. Вампиры. Да ёбаный, блядь. Мужики, значит, что было? Ебать. Самое главное, не упасть. Правда, что ли? Энджика нахуй слили. Ой, блядь, блядь! Да ему позвонил. Ух, блядь. Ебать, я шею сломал. А ты я своего убил. Я своего убил. Я всех выебал, нахуй. Ебать, команда дауна. Я всех выебал. Какой красава. Я троих убил минимум. Да под ноги, я вижу, что синий прям мне кидает, ебать. Че, давайте эту игру последний, все, и пойдем там в джекбокс. Распределяем зоны, этот угол мой. Да, Асфан пошел на. А нас есть кто запустит? Не знаю. Я мог его, но мне надо скачивать. Какой? Да любой, короче. Да ёбаный. Давай где слова, где надо слова собирать. У меня все папки есть, но надо просто знать какой. Это последний, да? Да, наверное. Где этот, вода? Где бульдозер такой водяной говорит? Бульдозер. Бульдозер. Да, раз, блять. Классные трусики. Че за цикады, когда ты садишься на стул? А это стулья такой звук издают. Это для слепых сделано специально, чтобы слепые тоже могли играть. Да, это великодушно, не кажется. Да, но это единственная игра, где такое реализовано, типа. Нет. Слушай, а давайте представим, что мы слепые. Это кто? Будем играть. Это сосиска? А, надо, блядь, вырубить изображение. Q0, давай. Та часть твоя, это моя. Давай. Блядь, пиздуй туда. Блядь. Тимми. Каравот какой-то, блядь, получается. Соси, ботик. Вот и все. На этом конец первой части по мини-картам. Извиняюсь, что такое короткое видео получилось, но не хотелось выкладывать видос на 40 минут полностью, поэтому некоторые моменты там были вырезаны. Но во второй части будет еще 3 новые мини-игры. Видосик по новым мини-картам выходит уже завтра, поэтому смотрите, играйте в карты от STX. И спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. С вами был Никита Блуд, всем спасибо и пока-пока.